Теперь далеко отсюда, пустая стоит могила. Мы ждали, что будет чудо, а это оно и было. Оно говорило с нами, бесплатно дарило веру, поступками и словами, иронией и примером. Для нас исполнялась снова библейская злая драма, когда исцеляют словом и гонят барыг из храма, где нравятся миллионам, идут по статьям предвзятым, сдаются Синедриону, чтоб в пятницу быть распятым. За то, что не терпят фальши, за то, что горят за дело. И кто удивлен, что дальше исчезло земное тело? А дух оживет в экранах и встанет живой иконкой, и будут дрожать тираны под толстой бетонной шконкой. А дух растворится в слове, в краю бесконечной дури, в стране палачей и крови, в культуре убийц и тюрем, где оттепель сходит в осень, где шутки звучат все реже, где правду не произносят, а тоже зачем-то режут, где бес марширует голым, и трудно его не видеть, где учат дворы и школы заткнуться и ненавидеть, где люди, простые люди, запутавшись в быте склочном, не знают, что дальше будет, и верят каналам сточным. А те, кто увидел чудо, закрыли на кухне двери, втыкают иголки в вуду, читают псалмы и верят, что камень в груди убийцы, трусливой холодной твари, однажды закончит биться, и миру покой подарит, и в небо сорвутся тромбы багровых кремлевских башен, и сразу затихнут бомбы на землях соседних пашен, потом отгремят балеты, потом побегут сучата, и воздух запахнет летом, и можно уйти из чата, и словно тепло и воду, антенну и газ со светом, к нам в дом проведут свободу, раз ты говорил об этом. И время придет, рассудит, сорвет с палачей одежды, и сделают это люди, которым ты дал надежду.